группа, которая владеет блестящими инструментами, и это группа «Веселый дилижанс». Класс Сати Казанова. Встречай. Сати, конечно, у тебя девочка чудесная. Я понимаю, что ты сейчас ею гордишься. Прокомментируй выступление. Мне нравится ваша стилистика. То, что, какие вы цельные. Вы точно знаете, в какой музыкальной нише вы ей следуете. Может быть, вы отклонитесь, у вас будет что-то другое. Может быть, вы не всегда будете в таком американском кантри-стиле. Мы знаем мнение Сати и хотели бы услышать мнение... Доминика. Спасибо. Доминик? Я несколько в шоке. Я имею в виду от техники вокала, на самом деле. Да, у меня это, наверное, будет как крик раненой косатки. Доминик, ну-ка попробуй. Или тюлени. Я не представляю себе, как это делается. Вот для меня это тайна. Опять же, я очень доволен вашей, кроме техники вокала, сыгранностью, потому что очень сложно... такому большому количеству человек, играющих в том числе и на экзотических инструментах, я слышу сзади, вот так вот сыграться. Давайте послушаем следующее мнение. Алексей. Перед нами уникальная группа, которая может похвастать, в отличие от всех тех, кого мы слышали, одной очень важной деталью, которой не было ни у каких других групп, это концептуальность. Мне очень понравилось то, как вы... точно понимаете друг друга, насколько вы чувствуете друг друга. Спасибо большое девочке-барабанщице за то, что она девочка и к тому же барабанщик. Наш директор Лина. Вы знаете, вы прекрасный коллектив, слаженный, музыкальный. Вы чувствуете друг друга энергетически. Так взрослый коллектив не всегда может чувствовать, как чувствуете вы друг друга. Это очень хорошо. И, конечно, бы мне хотелось услышать в следующем шоу какие-то новые вещи. Потому что если у нас впереди столько еще шоу, и если покажете в каждом шоу себя по-разному, ну, слушайте, это будет просто прекрасно. Поэтому ждем от вас новой музыки. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, ребята, но... Но, минуточку. Благодарить пока не за что. Мы еще не знаем оценок. Итак, 10! 10! 40 баллов!